На календаре 24 августа. 24 августа 1879 года, согласно приказу Министерства внутренних дел Российской империи, провизор Леопольд Гривы был назначен фармацевтом врачебного отделения Самарского губернского правления. Впрочем, фамилию Гривы больше прославили его сыновья. В 1904 году они открыли пещеру в Сокольих горах, которая получила название «Пещеры братьев Гривы». Позже самарские археологи нашли доказательства того, что в ней была стоянка человека эпохи Бронзового века. 24 августа 1937 года газета «Волжская коммуна» раскрыла своим читателям некоторые подробности подготовки к съемкам картины «Степан Разин». Ею занималась экспедиция «Мосфильм». Предполагалось, что основные натурные съемки будут проходить в районе Жигулевских ворот и города Ставрополя, преемником которого является Тольятти. В массовых сценах примут участие до 600 трудящихся Куйбышева и Ставрополя. Они будут играть стрельцов, колодников и купцов. Отдельные эпизоды будут разыграны при участии артистов куйбышевских театров, сообщало тогда издание. В народном календаре сегодня день Евпатии Калаврата. В эту пору наши предки обычно начинали стричь овец. По расчетам крестьян, животные как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Состриженная шерсть сразу же шла в дело. Женщины вязали теплые вещи, а мужчины приступали к изготовлению валенок. Это были лишь некоторые интересные события, связанные с 24 днем августа. Удачи в делах вам и хорошего настроения!